Скажи пару слов для фильма. Чё пару слов? Краснодарский край. Кубань. Заряжаем потрошки, да. Пришли на утиную охоту. Это наши едут? Да. Рисовый чек. Рисовый чек, вот что он себе представляет. Буквально еще полчаса, вон уже пошла. Вон пошла утка, да. Стая пошла первая. Или это голубь? Не, вроде быстро летит утка. В общем, попробуем сейчас поставить. Вчера мы отлично поохотились. Утка летит с наступлением сумерек. Такой вовремя. В сумеречной мгле. Выбираешь место, где есть водичка на рисовом чеке. Вот такой чек. Практически то же самое, как мы охотились в Америке. Такие же чеки рисовые, только что у них нету таких больших брустверов между чеков. Ну, это чисто особенности ведения хозяйства, да, именно агрономов. Ну, посмотрим, сейчас поставим камеру. Сейчас я посмотрю, как лучше план. Наверное, с фронта попробую поставить. Ну, заход. Или наоборот, чтобы солнышко, или сбоку поставлю. Сейчас я гляну, как лучше, чтобы видно было налетающую. Но вчера вся утка заходила прямо в манок. То есть попытаемся сделать хороший фильм. Надеюсь, получится. Ha ha ha!
красавчик. Не, одну я взял, одна вот здесь упала. Я взял. Взял? Давай смотри по сторонам. Эту забери, подранок. Мани, мани, не останавливайся. Мани, ну да, дай нам дыхание перевести. Мани, давай, 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 иди, я буду бегать. Красиво! Я молодец, герой. Смотри, какая тебе дела. Ну турни, господи. Вот так. Блять, ты нахуй. Испортил ты настроение. Иди, Гриша, иди, добьёт. Упал, блядь, метров 10. Вот он наорёт, но подрал, он убежал. Братулец, где подпиздил? Вон он. Ну туда смотри. Моя упала. О, нашел.